Лариса Алексенко работает врачом-терапевтом уже 27 лет, из которых последние два ведет прием в обособленном подразделении имени Гольца Щелковской больницы во Фрязине. В городе, где я жила и училась, был только медицинский институт и педагогический. Но я осознанно, мне хотелось быть врачом, мне хотелось помогать людям. Я осознанно сделала свой выбор, я в 10 классе пошла учиться в медицинский класс, ну и, конечно, потом поступила в медицинский институт. Мне нравится эта профессия здесь. До 2022 года Лариса Алексенко работала во Владимирской области, после чего решила переехать в Московскую область. Наверное, слишком долго проработала на одном месте. Что-то хотелось поменять, что-то изменить в своей жизни. Ежедневно Лариса Петровна принимает десятки пациентов. Она отмечает, что сердечно-сосудистые болезни все чаще встречаются у молодежи из-за неподвижного образа жизни и пренебрежения здоровым питанием. Чтобы выявить их на ранней стадии, нужно пройти диспансеризацию. Я призываю пациентов к прохождению диспансеризации. Все-таки это огромная помощь в выявлении первичных каких-то заболеваний. Напоминаем, диспансеризацию рекомендуется проходить один раз в 3 года жителям с 18 до 39 лет и раз в год жителям 40+. Записаться можно, не выходя из дома, через сайт госуслуг Московской области. Евгения Корытько, Мария Синина, Владислав Реус, Щелковское телевидение.